В Рівненській області неізвісні в балаклавах напали на сім'ю фермера. Случилось це накануні ночі в селі Карпіловка. Шестеро бандитів проникли во двор і зв'язали охранника. У нього пытались узнать, хто в домі і де знаходяться деньги. Не получив відповіді, через окно проникли в помещение і збили жену, дочь і зятя фермера. Хозяин в это время был на втором этаже. Услышав шум, он взял травматический пистолет и несколько раз выстрелил. Бандиты сбежали, сейчас их разыскивает полиция. В последнее время случаи нападения на фермеров участились. В январе в Кировоградской области трое неизвестных избили фермера Владимира Рыбинского. В марте бандиты напали на фермера в поселке Гребенки под Киевом. В апреле произошел такой же инцидент во Львовской области. А в августе было сразу несколько нападений на фермеров в Николаевской. В том же месяце избили фермера из Запорожской области. У него украли 500 тысяч долларов.